Ну, собственно, вы сейчас находитесь на территории Центра научных разработок. Фактически здесь происходит все самое главное – это создание продуктов, которые вы потом видите в каталоге. Обычно процесс происходит так. Либо что-либо нам... Нас просят создать наши руководители разных категорий. Это бренд-менеджеры, которые занимаются кожей, уходом за кожей, за волосами, гелями для душа, декоративной косметикой и так далее. И далее, собственно, мы, будучи внутри лаборатории, естественно, посещаем бесконечное количество возможных семинаров. Все наши технологи без конца стажируются во всех возможных лабораториях мира. Поэтому информация, которой мы владеем, она абсолютно огромная. Поэтому с нашей стороны тоже всегда есть какие-то особые предложения, которые позволят нам предложить что-то совершенно уникальное. Лаборатория у нас не очень большая, работают, я даже не знаю, сколько у нас технологов сейчас работают. У нас есть главные, старшие, помощники и так далее. Есть мозг, есть руки и прочее. Собственно, Александр Казацкий – это мой заместитель и человек, с которым мы работаем уже достаточно давно, по-моему, лет 18 в общей сложности. Если не больше, 20 лет. Фактически Александр все это время, это были мои руки фактически. Ну а сейчас Александр мой заместитель, и в его подчинении находится еще центр лаборатории управления, отдел управления качеством, который занимается контролем над качеством.